Вы, наверное, слушали, я выступал больше, чем вы. Ваше отделение второе было. Говорят, один час я говорил. И когда Эльдар сказал, говорит, ну хотя бы по одной вещи спойте, я говорю, нет, это отделение Гейдара Ильича. Я говорю, он говорил столько о песне Азербайджана, я говорю, перед этим выйдем, Азербайджан споем, и все. Я все поняла. Ты поняла? Конечно, он половину не понял. Ты понял, что я сказал? Да, я понял, что еще спасибо пристрепал. Да, она, конечно, старалась. Очень много. Я думаю, что хорошо. Ну, спасибо тебе, Муслим, спасибо, Тамара. Спасибо. Что вы приехали, что вы уже реже стали. Иногда приходится ждать вас. У Муслима есть песня «Позови меня, позови меня». Знаешь, сколько раз? Ну, недорогие, плохо звали. Плохо? Вы со мной даже по телефону не хотите поговорить, уже два месяца не могу давать. Муслима, как ее надо звать? Я вам расскажу, Гидорович, можно с вами сфотографироваться, а потом я вам все расскажу. Девочки, давайте возьмем в плен Гидорович. Спасибо большое. Очень рада вас видеть. Вы все красивее становишься. Ой, погромче не можете сказать для всех? Я громче. Ну, Гидорович, мы все-таки схитрили. Мы все никак не могли с вами, с вашим расписанием. Мы решили, что с Гидоровичем вместе. Все равно вас поймаем. Вас поймаем. Что вы думаете? Мы же вас ждем в Москве. Должны быть в Москве. Ну, да. А что, обещали, помните? Да не придет он. Это где-то, по-моему... 18-х числа где-то, нет? Ну, нет, я вначале буду в ноябре, а потом уже у меня будет официальный визит. Хорошо. В Москву. Хорошо. А что видим? Спасибо большое. Спасибо тебе, Дарья. Спасибо вам. Спасибо.